Блоги на Дожде. В живом журнале бурно обсуждают составленный блогером-техномадом народный рейтинг распила. В посте он приводит список из 5 самых затратных федеральных проектов уходящего года. Лидирует в нем программа по расширению Москвы стоимостью в 10 триллионов рублей. Замыкает пятерку реконструкция Большого театра за 20 миллиардов. Читателям предлагается по желанию дополнить список. В комментариях пользователь «Призрак МСК» пишет: «Нечем крыть такую пятерку. А я и не знал, что расширение нашей деревеньки столько стоит. Бюджет страны тоже, кстати, в триллионах измеряется». А еще чемпионат мира по футболу 2018 за 116,5 миллиардов рублей дополняет список Darkless. Фоторепортаж с космопорта «Америка», открывшегося в штате Нью-Мексико, публикует «Этудей». Гигантский космовокзал включает в себя зал ожидания, зал подготовки к полетам, диспетчерский пункт и ангар. Фотографии первой в мире площадки для частных космических полетов сделаны как с Земли, так и с воздуха. Будущее уже сейчас. Скоро фраза из фантастического фильма «Флипнуть до космопорта» станет реальностью, пишет автор поста. Смысл был его сейчас строить? По-моему, рановато, считает пользователь Игорь и добавляет: лучше бы эти деньги пошли на помощь нуждающим. Открытое письмо президенту России опубликовал в своем ЖЖ Артемий Лебедев. Его требование отличается оригинальностью. Лебедев просит Медведева запретить дисководы во всех госучреждениях. Блогер приводит в пример пенсионный фонд, который до сих пор принимает все отчеты только на дискетах. «Я уверен, что перед уходом с поста президента тебе захочется сделать 100 добрых дел. Пусть одно из них будет запретом дисководов во всех госучреждениях», пишет блогер. Блоги на Дожде. В ЖЖ активно обсуждает пост MatchGirl.ru об опасностях перехода на коммерческую медицину. По мнению автора поста, такая госинициатива в российских реалиях чревата тем, что бедные и пожилые люди просто перестанут ходить к врачу. В пример России она приводит Казахстан с его системой здравоохранения, в которую государство само активно вкладывает деньги. MatchGirl.ru пишет: «Наше государство смотрит на Запад и пытается равняться на него. Иногда это доходит до абсурда». В комментариях новую проблему озвучивает пользователь Crazy Blondorama. «Я очень давно пользуюсь платными услугами врачей, ибо полис все равно не позволяет мне воспользоваться бесплатной медпомощью». Блогер Дольчев посетил отреставрированный Большой театр и делится с читателями своими впечатлениями. В посте он выражает солидарность с Николаем Цискоридзе, раскритиковавшим новый облик Большого. «Полы на всех ярусах исключительно скользкие. Ручки точно не те ручки, которые были до реконструкции», пишет блогер. «В настоящий момент, добавляет он, самое смачное ноу-хау в театре – внутренняя температура. Жара была египетская, а духота – московская». Очень интересно, высказывается пользователь Гекох. С нетерпением ждал оценки Большого после спора блогера другого и Цискоридзе. Ну и напоследок фоторепортаж блогера Ильи Варламова о китайском зоомагазине, торгующем популярными в стране домашними любимцами – сверчками. Китайцы используют сверчков не только для украшения интерьера, но и как музыкальные шкатулки для младенцев. А бои сверчков – едва ли не единственная азартная игра в стране. «Забавно, привык видеть наших сверчков, маленьких и серых. Не думал, что в Китае они такие красивые», – комментирует пользователь Данта Нотбака. «Спасибо за фотографии. Еще интересно то, что, по мнению китайцев, каждый сверчок издает свой неповторимый звук, который отражается и в человеческом языке, делится своими познаниями и пушдет темпа».